Полезный город. Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. В нашей студии Евгений Валов, руководитель кировского филиала компании «Ростелеком». Добрый день. Добрый день, Владимир. Жизнь современного человека невозможно представить без интернета. Лишаясь этого блага цивилизации, мы поистине начинаем испытывать дискомфорт и очень радуемся, когда приходим куда-то и получаем возможность бесплатно подключиться к беспроводной сети, к бесплатному Wi-Fi. И я знаю, что у компании «Ростелеком» есть специальное предложение для бизнеса, для различных организаций, как организовать точку доступа, не просто организовать, но еще и ряд дополнительных приятных функций предложить. Wi-Fi сейчас тоже многие скажут, это 10-15 лет уже этой технологии, что тут вроде такого, да? Mm-hmm. Все уже привыкли, зашел куда-то, подключился к Wi-Fi и пользуешься услугой. Но здесь больше предоставляется для тех, кто оказывает эту услугу, там кафе, рестораны, не знаю, там гостиницы. Социальные учреждения, да, любые. В том числе, да. Вот внимательно, мы, когда не занимаемся профильным бизнесом, мы не смотрим на законодательные акты. А сейчас не при оказании услуги Wi-Fi очень четко требуется по законодательным нормативам авторизация. И если вы оказываете услугу без авторизации, вы можете попасть на серьезный штраф. Угу. А при нынешней ситуации, когда идет там мошенничество с этими схемами, это очень болезненно реагируют наши правоохранительные органы и серьезно за это наказывают. Поэтому Ростелеком основное предоставит это услуги Wi-Fi с различными видами авторизации. И мы можем также авторизовать ваших клиентов не только на нашем уровне, но и на существующем вашем. Соответственно, пользуясь вот нашей услугой Wi-Fi с авторизацией, вы как бы прикрываете себя, закрываете с точки зрения исполнения законодательства Российской Федерации. То есть система, она определяет каждого пользователя? Конечно. Поясните, пожалуйста. Чтобы зайти, вас авторизовать либо по СМС, либо обратным звонком, либо через соцсети, либо там госуслуги, много-много факторов. И в случае, если там что-то произошло, то правоохранительные органы, запрашивая там информацию в вас как собственника сети Wi-Fi, вы всю их предоставите. То есть вы с точки зрения законодателя чисты перед законом. Вас не накажут. То есть все равно эти сведения, они пройдут сквозь такую цепочку, где обязательно произойдет идентификация. Конечно. А кто это, с какого устройства это было совершено, да, на кого зарегистрировано. Кто это точно? Идентификация, кто это зашел, вы пройдет. Спасибо за информацию. Евгений Валов, руководитель кировского филиала компании «Ростелеком». Полезный город.